Привет, привет! Сегодня у нас загадка не от инспектора Варники, а от детектива Людовика. Поехали! Людовик был приглашен на небольшую вечеринку, чтобы выявить карманника, который находился среди гостей. К концу вечера у него появилось три улики, указывающие на то, что один из участников вечеринки совершил кражи. Вам нужно найти самого карманника и вот эти три улики. Тоже буду искать. В начале вечера. У одного из гостей на запястье наручные часы, у другого в кармашке пиджака авторучка и у обоих дам ожерелья. В конце вечера Людовик замечает, что у хозяина на руке появились часы гостя, а авторучка другого лежит у него в кармане его жилетки. У дамы, которая уходит, больше нет ожерелья, но зато оно есть в вазе с цветами. Хозяин дома клептоман и, по всей видимости, пригласил Людовика для отвода глаз.